Добро пожаловать в мою эту жизнь. Что? Я свет включу. Мне страшно. Точки, кстати, следов не видела пока? Нет, пока. Жопу даю за монашку, мне пизда, блять. Она исключительно за мной, блять, ходит, эта ебаная тварь. А что будет, если я две, блять, спиритические доски сюда въебу, блять? Сейчас надо больше данных, чтобы определить, кто это все кит. Ну, если она схватит сейчас за жопу нас, ну, скорее всего, она нарисует человека. Блять, я долбоеб, точно. Я, блядь, кажу как, сука, пиздец. Нахуй. Дебил, блять. Так. Нет, ловушка, круглый шар. Не тебя его кинуть? Обернись назад. Где? Мне его нет. Тот, кто первый определил, тот и владеет шариком все знания. Ах ты, сука! Заебало, блядь. Давай уже покончим с этим. Какого хуя я-то за тобой бегать должен? Кто призрак, я или ты, блядь? Сука, выходи раз-то раз, блядь. В этот раз Илья монашку не привлекает. Да вообще, блядь, какая-то непослушная, неопытная. Обнеси хату, подожди, и счетчики наматывают на... Охуя, я видел такие команды охотников за привидениями. Еще и дом поджигаем, ребята. Да, блядь, ты хули такая неуверенная? А походу... Блять, ты бы видел, как это тупо сработало, а? Блять, это пиздец. Все. Часы. Блять, нет, нахуй, у меня нихуя нету, шлюха. Сдох, как последняя скотина. Да, я оставил тебя один на один, чё, совершишь ритуал? А ты безумный уровень поставила? Нет. Высокая. Может, безумный? Может быть, безумный? Иди в жопу со своим безумием, блядь. Ты доверяешь мне или нет? Нет. Потому что кубиках я увидел череп. Пост. Tell you talk me, пидорас, блядь. Да сука, отъебись, блядь, пошла нахуй. Опять ты меня в этом сраднике, блядь, запираешь. Блять, она идет. А, это был обычный скримак. Девочка Венсдей. Девочка Венсдей. Да? О. Ты чё там смотришь, а? И лицо ее смотрю. Ой, простите. Как-то сегодня не такой стрим. Hi, Ghost. Ghost, can you talk? Please, write in the note. О, написал, блядь, контакт. Так вот он, сборщик эктоплазмы. Ты чё, слепой, блядь? В смысле? Ах, да. Кинь мне его. Кинь, бля. Вот я тебе его кинула. Где? Вниз посмотри. Понятно, забагалось, я его не вижу. Поэтому плазму будешь ты собирать. Поэтому плазму будешь собирать ты. Вот тебе огонь, вот тебе, блядь, испепелитель. А я пошел искать предметики. Давай, поменяемся первые жизни ролями. Ребят, не хочу я собирать эту ебаную плазму. Не люблю я плазму. Кого же он выберет для атаки? Догадайтесь, у вас одна попытка. Иди нахуй. О, я думал меня. Радуюсь то, что это не я. Забанят. На слово пи. Ты что, видишь где-то плазму тут? Да. Ты ее собираешь? Да. Иди нахер, не свалуй.
Да в смысле? Не отпускай, он меня напал. Поздно. Ты отпусти его, да? Погоди, чуть-чуть осталось. Я давай, защищаю. Давай. Защищаю. Хорош. Все, пошли. Так, зеркальце. О, я нашла зеркальце. Где? В спальне. Где? Нету тут зеркаль. Ёбаная тварь, блять. Сломанная хуета, блять. Сука. Сегодня ребята тащу, только я видела. Плазмомет вижу я. Зеркало вижу я. Все вижу я. Ладно. Первый блин пошел у нас комом. Потому что ты долбишься в глаза. Умерла красиво зато. Ладно, попытка номер два. Вот, теперь я его вижу. Нет, ты его не видишь, тебе кажется. Иисус! Иисус, спаси... Ты спиздил Иисуса. Да. Я все равно ее, блядь, сука, заберу. Я ее из принципа буду сосать. Я буду сосать, как я никогда не сосал. Я всем сосункам, блядь, покажу, как надо, блядь, сосать эту плазму. Иди в жопу, у меня Иисус. Иисус, это хорошо. Иисус любит тебя, вурдалак. Там пизда. О, бля, опасно! 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 Тебя что, заклинило? Да. Знаешь почему? Потому что я шла в одном с одним зеркалом в руках. Паприка, цель похоже... игры не найти призрака, а как можно сильнее ударить по кошельку призрака. На, поговори, что по-нашему. Лучший будильник, чтобы получить лютейшую мотивейшн с утра, да, Илья? Ага. Блять, лучший будильник, блять, это вот это уебище убить, блять, вот это. Лучший, блять, будильник. Блять, я не хочу повторить. Потушить свою все свечи. Блять, очко мне потушите, пожалуйста. Фу. И сейчас смотри, будет гениальный мув. А часов нету. Блять, я нахуй убью благовоние. Сука. Илья, блять, иди нахуй оттуда, пожалуйста. Я умер уже, все. Кого ты умер? Ты живой стоишь, блядь. А, да? Ты отдал свою жизнь во имя человечества. Как тебе новый призрак? Я не отдала. Я еще не отдала свою жизнь. Иди нахуй, ты хоронишь меня раньше времени. Тебе не хватило садомазы прошлой? Да, блядь, не хватило. Хочу еще. Я не так, успел, я просто не успел среагировать. Я только подготовился, он меня просто на пороге, блядь, ждал, как гопник, когда ты купил новую мобилу, блядь. Не главное теперь, чтобы он меня не отпетушил. Так, блять, да сука! Мразь, блять! Он меня опять ёбнул! Ты чё? Я её, блять, не знаю, какой полицейский участок? Это не полицейский участок. А что, это школа? Это дом в Восточной Европе. Дом в Восточной Европе напоминает мой падик. Реально, один в один, как мой падик, дом в Восточной Европе. Ты же благовоние своей девушке купить не можешь. Неужели настолько обнищал? Вообще. Блять, на балкон выпустите, да я покурить, блин. Не надо. Чего я? А, нет, не я. Может, вернешь Иван обратно? Ура, поход в зоопарк призраков. Да. Я отвожу своих этих подписчиков в другой чуть зоопарк, да?